Празднование Дня Победы традиционно сопровождалось акцией «Георгиевская ленточка». Волонтеры Самарского дома молодежи в разных районах Самары раздали более 4000 георгиевских ленточек. Люди охотно принимают ленточки, они чтят память и прикрепляют ленточку слева, ближе к сердцу. Волонтеры не только раздают ленточку, но и рассказывают, как правильно нужно носить ленточку, где нельзя ее носить. Великая победа, которая была, ну, уже давно, уже, к сожалению, немногие дожили до этих времен, те, кто участвовал. Но, тем не менее, мы еще помним. Дай бог, чтобы вы помнили. Потому что это вот сейчас пытаются переписать историю, а это очень обидно. Знамен Георгия Царского придумали в советское время ордена славы. И вот у них был такой цвет. А цвет это означает, если не ошибаюсь, дым и пламя, что-то такое. То есть то, что во время войны бывает, взрывы. Ну, то есть это сражение за боевые заслуги давали не просто так. Кроме Самарской набережной, волонтеры раздавали георгиевские ленточки на улице Ленинградской, в сквере 30-летия Победы и рядом с фонтаном на улице Осипенко. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События.